появилась он с новой прической. Да ну, уродец какой-то. Простите, сэр, но вы явно ошиблись машиной. За 2 дня я получила от тебя столько имейлов. Объясни, что происходит? Это первый случай в моей практике. В теле Кевина уживаются 23 личности. Что-то случилось? Откройте дверь! Цветы повсюду, на подушках, в ванной, будто мы важные персоны. Кто это? Может, она нас выпустит? Помогите! Мы заперты! Не волнуйтесь, ему не разрешено к вам прикасаться. Он знает, зачем вы здесь, и не ослушается меня. Привет, я Хедвиг. У меня красные носки. Сколько тебе лет? 9. Наш мозг – величайшая загадка Вселенной. Мы выберемся отсюда, только если нас освободит кто-то из них. Ну разве не умничка? Хедвиг, можешь помочь нам? Конечно. В моей комнате есть окно. Покажи. Она здесь. Так закрыто. А вот так открыто. Думал, окно настоящее, и вам удастся сбежать? Человек с синдромом множественной личности может влиять на собственный организм силой мысли. Он уже идет за вами. Что будет, когда потенциал его мозга раскроется полностью? Он станет кем угодно. Сегодня особенная ночь. Вам предстоит увидеть нечто великое. И мир наконец-то поймет. Зверь существует. Он делал с людьми ужасные вещи. Вас ждет то же самое. Сплит.